Пока в России нет штрафов за грязный автомобиль. Правда, если на машине неразличимы номера, то заплатить 500 рублей все-таки придется. Ну а если водитель перед выездом протрет только госзнаки, то на чистоту самой машины сотрудники ДПС обращать внимание не будут. Поэтому грязные авто продолжают колесить по улицам нашего города. И сегодня совместно с инспекторами ДПС вновь проходит акция под названием «Чистый автомобиль». Мы все привыкли жить в чистом городе, но пора нужно начать с себя. И мы предлагаем сегодня рязанцам помыть свои машины, причем предлагаем два способа. Дарим всем рязанцам мочалки, чтобы они помыли ее сами. Или же там, да, опять же, совместно с администрацией города Рязани подготовили все сертификаты на скидки в 30% в ряд автомоечных комплексов, в которых они тоже могут помыть свои машины. Для этой акции закупили около 500 губок для мытья автомобилей. Также активисты раздают сертификаты, которые дают дополнительную 30% скидку на 9 автомойках нашего города. Таких сертификатов также около 500. Водители с большим удовольствием получают все подарки от участников акции. Здравствуйте, лейтенант, улица Бурака. Акция проходит «Чистый автомобиль». Здравствуйте. Сегодня проходит акция «Чистый автомобиль». Мы предлагаем вам сертификат для мытья вашей машины и губку. Подарок. Спасибо. Всегда приятно идти по чистым городским улицам. Правда, красивые виды могут испортить не только некоторые неубранные дворики, но и грязные автомобили. Такие водители создают неприятное впечатление о самом городе в целом. Я думаю, что чистые машины нужны чисто для внешнего облика нашего города. Но, в принципе, если машина чистая, то, значит, хозяин чистоплотный, значит, он не кидает мусор, где попало. Ну, я считаю, что, во всяком случае, это как-то красиво, во всяком случае, чистота показывает о чистоте города. Вы знаете, я гость этого города, я не знаю. Конечно, желательно, чтобы они были чистыми и украшали город, а не грязью своей. Это красота, в конце концов. Чисто, хорошо, красиво. Во-первых, это экология. Лучше улучшает экологию города. И вообще, и визуально это приятно на это смотреть. А когда машина ездит вся в грязи, ну как-то это не так. Красота нашего города зависит не от того, как часто службы благоустройства убирают улицы, а от нас самих.